Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермишов. Сегодня мой гость, генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов. Михаил Вархаманович, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить о жилфонде, о тех переменах, которые там происходят. Ну, например, сейчас в жилфонде две компании, управляющих, находятся в процедуре банкротства. Объясните, вот зачем это нужно и что, как это повлияет на жителей? Эта судьба, я имею в виду банкротство, ждет все компании, которые входят в систему жилфонда, кроме самой управляющей компании. Для чего мы это делаем? Вообще, мы изначально не планировали становиться собственником ГУК-жилфонд. Это во многом вынужденная мера. Произошло это потому, что летом, когда обязательства компании превысили критический уровень, стало понятно, что попытка всех каждого кредитора отстоять только свои интересы может привести к коммунальному коллапсу. То есть жилфонд разорится, и просто здесь... Даже не в этом дело. Да, вот представьте, мы начали подавать иски, начали отсуживать свои деньги, все остальные подрядчики перестали их получать. Да. На каком-то этапе маятник мог качнуться обратно, кто-то другой мог начать подавать иски, также успешно отсуживать, и все остальные бы приостановили, в отношении всех остальных платежи бы были приостановлены. Но поймите правильно, вот давайте возьмем там, не знаю, там уборка мусора, да? Подрядчик, который это делает, должен получать оплату своих услуг, потому что машины надо заправлять, людям нужно платить зарплату и так далее, и так далее. Да? То есть люди бы, подрядчики стали бы отказываться от сотрудничества, и это привело к тому, что повседневная деятельность, она просто бы остановилась. И то, что жители не замечают, это вот, как я уже говорил, уборка мусора, уборка придомовых территорий, многое-многое другое, оно могло превратиться в большую проблему. Чтобы этого не произошло, по просьбе властей города и края, мы зашли на фактически самый крупный кредитор, стали руководить жилфондом с тем, чтобы приостановить вот такой лавинообразный, неуправляемый процесс. Да? Некоторое время мы старались договориться со всеми кредиторами, чтобы... объяснить, вы знаете, там в жилфонде не хватает денег, это плод, итог его 7-летней работы. Да? Денег на удовлетворение всех требований у него нет. Давайте как-то в паритетных началах договоримся, какую-то часть получим. Даже первое приближение показало, что договориться тяжело. Да? Вот, поэтому единственный выход, который у нас был, это цивилизованно, как говорится, культурно, публично собрать все деньги, которые в жилфонде есть, пропорционально поделить между всеми, а чтобы это сделать открыто и избежать упреков какой-то ангажированности, что мы делаем что-то такое там в ущерб всем остальным, это можно сделать только в процедуре банкротства, когда управляющий, назначенный судом, под контролем суда и в публичных, то есть открытых процедурах, происходит сбор и дележ этих денег. Да? Вот. Собственно говоря, поэтому у нас выхода другого и не было. И нужно понимать, что мы все же компания, которая печется о своем имидже. Выручка нашей компании 100 миллиардов рублей, вот, планируемая на 2016 год. И мы заинтересованы в том, чтобы наш образ, наш порядок действий был понятный, прозрачный, уважаемый и не было упреков в какой-то вот, знаете, такой келейности, злоупотреблениях и так далее. Поэтому нам еще необходимо, чтобы это вот такие сложные, щекотливые, можно сказать, процедуры были произведены публично и желательно еще под надзором какой-то сторонней организации. Поэтому, в общем-то, мы и приняли такое решение. Но процедура банкротства, вы же как раз были в прошлом году первыми, кто, если не ошибаюсь, подал на процедуру банкротства жилфонд, да. Как раз тогда все это развивалось. Да. И как раз и возникли все вопросы, что банкротство, это прежде всего повлияет на людей, на тех, чьими домами управляют эти компании. Вот сейчас опять процедура банкротства запущена. Люди, они пострадают от этого? Люди, что им придется делать? Люди этого не заметят. Все, что им придется делать, это... либо прийти на собрание, на самом деле это
на собрание все-таки приходит, как правило, недостаточное количество людей. Поэтому подобные вопросы решаются просто заочным образом. Да? То есть в квартиру ко всем людям, которые живут в наших домах, будут приходить наши сотрудники, просить подписать протокол о переводе жилого фонда, то есть квадратных метров домов на предприятие, которое сейчас так и называется «Гугжилфонд». То есть оно управляет, управляющая компания будет управлять на самом деле домами, как это и должно было быть, если так вот делать это по уму, что называется. Если я правильно понимаю, то вы просто-напросто сейчас в ходе вот этой всей переделки, вы упраздняете все семь компаний, которые существуют по Красноярску, вы их упраздняете, управляющие компании, и будет одна большая компания «Гугжилфонд». Совершенно правильно. То есть подчинение пойдет напрямую, не через кого-то. Это в любом случае разумно было бы сделать, потому что это, во-первых, люди не задают вопросы, да, то есть, извините, нами кто управляет? Жилфонд или какой-то комбат-сервис или еще кто-то, да, то есть вот такая многоступенчатая эта система управления, она рождает как много вопросов, так и размывание ответственности, да. Ну и плюс еще содержание дополнительного административного аппарата, который совершенно тут не нужен. И так денег там на самом деле не очень много. И поэтому это действие, оно в любом случае имело бы смысл. Но поскольку сейчас еще это накладывается на ситуацию, когда уже понятно, что денег не хватает, да, есть определенная срочность, и, в общем-то, что тянуть-то? Надо решать и как-то больные зубы вырывать, и жить дальше с чистого листа, сделать все малоприятные процедуры, пройти как можно быстрее, чтобы потом спокойно в течение следующих лет спокойно жить и не отвечать на непростые вопросы со стороны кредиторов, жителей и так далее. Вот такое укрупнение. По сути дела, это укрупнение компании. Были 7 небольших компаний, которые управляли каждым своим районом. Понятно, что у каждого района существует какая-то своя собственная специфика. Опять-таки, контакты с теми же администрациями районов города. Да? И получится такой большой, скажем так, монстр, который управляет 80% домов. Вот здесь не будет потери контроля. Но фактически это же так и есть. Зачем нам юридически плодить управляющие компании, которые фактически все равно подчиняются одному центру? Это ведь фактически так и есть. И наша задача сделать как можно более прозрачную структуру, шитку прозрачную. Вот как оно фактически сложилось, так сделать и юридически. И не наводить тень на плетень, не делать какие-то прокладки, о существовании которых объяснить, вернее, целесообразность существования которых само по себе проблема. Да? Вот. Но, повторюсь, это целесообразно и правильно было бы сделать, но с этим можно было бы не торопиться, если бы не одно обстоятельство. Да? Мы сейчас зашли месяц назад, мы стали владельцем контрольного пакета предприятия. То, что было за 7 лет до нас, понятно, что нам это наследство досталось. Вот это наследство нам нужно разгрести. Мы хотим получить новую компанию, которая начнет жить с чистого листа, и за ошибки которой, если такие будут, мы будем отвечать самостоятельно. Я совершенно не испытываю никакое желание как-то в ближайшие несколько лет оправдываться за то, что было сделано до меня. Поэтому мы должны подвести черту под тем, что происходило, и, как я уже сказал, начать жить с чистого листа. До покупки «Жилфонд» были такие разговоры о том, чтобы сохранить рентабельность компании. «Жилфонд» выставлял такое условие. Мы будем избавляться тогда от «разберите у нас старый жилой фонд». 40-х годов, до 40-х годов, 50-х годов жилой фонд, который, сами понимаете, содержать достаточно сложно, непросто. А с другой стороны, это, как обычно, небольшие дома, в которых не очень много людей проживает, и поэтому обеспечить себя полностью тоже не всегда бывает возможно. Сейчас, в результате всех этих перемен, вы будете избавляться от старого жилого фонда? Продолжите, чтобы сохранить прибыльность компании или нет? Значит, о прибыльности компании речь здесь не идет. Наша цель – сделать ее неубыточной, первое. Второе. Для чего же, как говорится, вы сюда пришли, если вы не хотите извлекать прибыль? Отвечу. Мы хотим наладить нормальную дисциплину платежей. В Новосибирске люди платят 98-99%. В Красноярске, на самом деле, люди платят не намного хуже. Они тоже платят очень аккуратно и прилично, и спасибо им за это. Но управляющие компании платят нам существенно хуже, чем платят сегодня люди, а последние люди, то есть сами жители, могут платить еще лучше, если правильно поставить работу по взысканию долгов со злостных неплательщиков или просто неплательщиков. Вот. Это наша задача. О извлечении прибыли здесь речь не идет. Тем не менее, то, что вы сказали, это интересные и актуальные вопросы, но это не имеет отношения к процедурам реорганизации, которые сейчас есть.
Погружаться в детали вашего вопроса я сейчас просто не смогу вследствие дефицита времени, но могу сказать, что это скорее проблема не самого фонда квартир, домов, а людей, которые там живут. Да? Если люди готовы адекватно носить плату за то, что они хотят, какого качества услугу они готовы получить, то никакой проблемы обслуживать этот фонд нету. Да? Будем, как говорится, посмотреть, и в каждом конкретном случае мы будем находить оптимальное решение как для жителей, так и для себя. Еще один вопрос. Цена на услуги в связи с реорганизацией изменится? В связи с реорганизацией нет. Реорганизация – это совершенно отдельная тема. Что будет происходить с ценой на услуги? Во-первых, это тайна велика есть, потому что 2016 год, как он вообще в целом для страны пройдет, не совсем понятно. Да? Инфляция у нас уже несколько лет подряд составляет двузначные числа. И сейчас прогнозов делать достаточно тяжело. Планов в связи с реорганизацией повышать какие-либо тарифы на свои, плату за свои услуги у нас нет. Это будет уже другая регулярная жизнь, о которой мы обязательно, наверное, с вами поговорим, но только чуть попозже. Кстати, наверное, имеет смысл сказать, что для нас очень важно как можно быстрее пройти этот этап, несмотря на то, что жители не заметят того, что произойдет смена вывески, для самих руководителей жилфонда, для управленцев, это серьезное испытание. Когда придется жить, как говорится, там на два дома, то есть и дома обслуживать и новой компанией, и старыми, и добиваться того, чтобы и жители этого не почувствовали. Это тяжелый период именно административных таких управленческих издержек. Чем быстрее мы его пройдем, тем больше сил и времени у нас будет оставаться на то, чтобы решать свои, что называется, уставные задачи. То есть сделать жизнь наших жителей, которые доверили нам свои дома, комфортной, безопасной и обеспечить удовлетворенность той жилищной услугой, которую мы будем предоставлять. Чем мы быстрее это сделаем, тем легче будет жить и нам, и лучше будет для жителей, на которые сил у жилфонда, уже у нового жилфонда, будет тогда оставаться и времени намного больше. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Мы беседовали с генеральным директором Сибирской гнилищной компании Михаилом Кузнецовым. Всего доброго, до встречи.